Наверное, дождь пойдет. Угу. Тома, я тебе сказала, сними новые джинсы. У тебя... Она каждый день новые одевает. Саша их аккуратно на комод положила. Все сложила аккуратно и на комод. Алина сегодня весь день за няньку. Весь день нянчится. Все, пристегивайтесь. Где мой принц, да? Ну, а так я уже села. Она просто рост не подходит тебе. Ну-ка спинкой повернись. Нет, оно просто тебе большое. Оно Насте было бы нормально. Такое платье красивое. Так, Дарине хорошо было бы в нем. Но меньше роста нет. Также по поводу свадебного платья Алининого. Что мы поехали подшивать, пишут, что не могли купить нормальное. Они все такие длинные. Я даже подшивала себе. Настя подшивала, да. Хотя у Насти рост какой? 74. Ну, и то подшивала. Нет, Дариночка, снимай. Оно тебе просто большое. В длину. И талия, видишь, где болтается? И вот Томми. Вообще красиво, да? Угу. Еще одно было, но мы сразу его отдали, потому что оно большое. Придевайся, Дариночка. Было бы, да? Выше? Да, вот если бы повыше было бы. Угу. Но оно и не дешевое, это платьишко. Выйди нормально, покажись. Спинкой повернись. Вот так вот. Тебе нравится, Том? Будешь его брать? Да. Ну вот. Можно Новый год потом одеть. Да. Я тоже такой пышный, да, доча? Ну. Да. Такой нету. Мама здесь тоже бабушка. Угу. Ну все, Томми выбрали платье наконец-то. А, съездили в магазин, купили хлеб вот такой вот. Бананы. Вот такие длинные черты тут. А, сыр. Две пачки. Вот такой вот. Масло одно. Девчонки взяли молочный ломтик. Любим такие, кстати. Мама себе взяла какой-то. Да. Чупа-чупс напиток. Вкусный тоже очень. Пряники. Шоколадные люблю очень сильно. Ну, всей семьей любим. Пряники. Да, вот такие вот сняты. Грудинка вот такая вот. И макарошки. Мы любим маленькие макароны. Вот такие шоколадки. Три штучки. Шарики. Взрывная карамель. Тату там есть. Сырки. А, сырки вот такие, да. Клубничные. Нутелла. Нутелла. И какие-то мороженые. Да. Это желейное мороженое. Что на желейное не похоже. Ну, ладно. Вот такие вот покупочки чеф. Это мне, мам. Вчера только привезли. Я выхожу, Тишка выходит, тут все пометил. Ну. Короче, что, вот этот... А банки куда? Надо в подвал. Сейчас это ты я... Только что стояла с монитором, кому-то уже перекинула. Папа забрал. Может быть, или вон дома оставить, что? Зачем ты сразу все взяла? Мам, тут... А все, больше нету. Еще добавок что-то это положите. Это вон туда. Не надо это вот туда. Вон туда поставь. А что, почему? Ну, потому что это мы потом, я буду все это сказать. Это там обувь. Нет, там еще какие-то... Там обувь моя, отцовская, Димина. Что тут будет? Я так и не поняла. Вон шкаф будем сюда ставить, он, главное, он будет закрытый. Зачем? Все туда ненужное. Это, я сейчас обувь переберу, которую не надо, я все выкину. Где собака? Гуляет у соседей, опять перелезла, прогрызла. Да? Да, опять. Ну и что, кажется, чем? Но она уже с другой стороны. Да.
Это еще что такое? Вам тут какая-то обувь новая. Один. Ну что, а что один-то потащила? Потеряете так все? Ладно, тащи все в подвал. А? Тащи все в подвал. Мама, это Димки на обувь. Ну. Это чьи такие модные? Это Настя народы покупала. Сколько много лет? Он как ребенок, с которым сейчас игрался. Да, идет, а кошка сидит, идет, где она такой пищ на нее. Кто? Папа наш. А-а-а. Что, пучком? Где тапки твои? Где-то розовые тапки есть мелкие, надо их взять. Это надо. Это надо. Ты можешь его в подвал унести, потом поедем, оно пригодится мне. Матвей уже пересадим в это. Море. Это чья одежда? Чьи это тряпки? Без понятия. А, это Алинкины. Ой. Ну! Настя! Мамка у тебя какая-то... А нет, она все выкинула. А, вот они, Сашины. Она их ищет, их надо все отмыть. Мама, ну-ка, иди, иди-ка кроксы померь, иди. Конечно, не кроксы, но... Я? Ага. София, это твои. Ой, дай. Твои. Эти покрывалы надо, это на море ходить удобно очень. Не надо покупать. Я смотри, как хорошо. Что, убрать просто? Достали вчера малину. Это просто малина замороженная. А еще два этих пакетика просто замороженная. Хоть бы кто-нибудь бы поел. Только просят. Вот. Бананы купили, бананы едят. Говорю, в сад выходишь вот наш, и там вот эти майки или тюльпаны, и прям красиво смотрится. Все так расцветает. Тюльпаны, да. Угу. Надо этот пакет приготовить. И туда весь этот мусор ненужный выкинуть. Да, еще он сам нужно прибрать. Мама, я вот эти не беру. Они у меня вот столько большие. Ну, это же потому, что Сашины. О, это мои. Я в них на свадьбу пойду. Я не буду себе ничего покупать. Зато удобно. А у меня все маленькие. Ну, завтра поедем шопинг делать. Шопинг. На роликах. Мы все знаем, как ты можешь. Много раз тебя снимали. Настя, у тебя костюм на выход. Ты что в нем все делаешь? Я верю в мир, мам. Угу. Вот только надо новую заказывать. Уже ролики там сломались, еле натягивается. И у тебя надо новые заказать. То есть, что эти даже не поднимаются. Ну, пускай они там стоят, мы сейчас шкафом все заставим. Сами ничего не будет, только вверх. Ну. Я постоянно мою. Коты лазят, вообще капец какие грязные. Не холодно тебе? Жарко вообще. О, побежала, побежала. Жена там прибирается. По поводу уборки здесь. Мы все-все будем отсюда убирать. Мы на второй день дома будем. Тут будем шашлыки жарить. Все уберется полностью. Только останется тут
ну, такие вот скамейки и стол, и все. Остальное все уберется, все приберем. А новое покупать я вообще не хочу. Я вообще покупала только шкаф. А нам все подряд напихали, блин. Вот куда теперь эти зеркала девать? Что делать, Дарин? Папа даже лучше меня здесь. Чебурашка написана. Санечка вышла на помощь. С Матвеем будет гулять. Боимся, дождь пойдет. А у нас лучше навалено. Да? Плюшкин, Плюшкин, да. Это у вас семейная, у вас гулянка. Да не хочу я новое сюда. Пусть это старье там стоит. Хоть лег закрытое, без рукавку одела. Че, попробовали, не снимаются зеркала, да? А начинаем этого приклеивать? Ну, можешь же, наверное, что-то сделать. Я просто даже не подумала, а зрители пишут, нельзя в чужие зеркала смотреться. Вот, она будет вот так, вся закрытая. Я уже говорила, ну, хочу... Ну, давай новую открытую делать. Не надо открытую, не надо, все закрыто. Ну, пусть помоем святой водой, да и все. Вот видео там вот полки. Со шкафов из дома все вытащить. Ну, вот оно закрытое, видно, хоть ничего не будет, а то... Это... Надо переделать. Угу. Сейчас еще обувь тут переберу. Софийкина, наверное, она хорошая вся. Наверное, в деревню отправлю. Ну что вот с ней? Вот. Смотрите, сколько она там походила. А уже маленькая все. Ну, Томкина, вон тебе выкину. И только мои новые. Вот эти вот надо будет оставить. А вот эти девчонок, ну они тоже, видите, они, им ничего не случилось. Но они уже маленькие девчонки. Вот. Вот тоже Томкины. Тоже хорошие. Нас в комментариях спрашивали. А зрительница вроде как Сачинска. Жалеем мы или нет? Знаете, чем дольше живем, тем нам больше тут нравится. Вот смотрите, да, вот середина апреля, а погода какая прекрасная. Летом, да, летом жарко очень, но мы под кондиционерами, и как бы сильно не ощущается эта жара у нас. И тем более, что, ну, от силы жара 3 месяца. Но остальное это время года как бы прекрасное. Зима не сильно холодная. Осень теплая, долго там до декабря, можно так сказать. И вот начиная с марта по июнь, а может быть июнь будет тоже. Вот в прошлом году июнь был весь, ну, 20-25. Ну, почему нет-то? Нормально. А то, что мы хотим поехать, ну так это ж не от того, что нам тут плохо. Просто хотим попутешествовать. Вот. Очень многие спрашивают, что... Вот вы говорите, мы поедем, нам в дорогу. Да, как только девчонки закончат последнюю четверть, мы рванем куда-нибудь, потом вы узнаете. Темно, правда. Ну вот смотрите, ну ведь лучше же смотрится шкаф.
чем тот, который стоял. А комод, Вася говорит, его надо весь перебирать. И я бы тоже хотела, например, вот сюда поставить. Я думаю, нормально. Приятного аппетита. Спасибо. Пока мы там были, приготовила Настёна покушать. Софи, покажись. Смотрите, как упала. Бедная девочка, как плакала, да, с велосипеда упала. Ну, ничего. Заживет. До свадьбы не заживет, конечно. Она и опьяна, и валит. Да. Все, кушайте. Тома, твоя куртка тут лежит? Да. Давай быстро убирай. Ну, да, не доживет, а Софийка не доживет. Ну, Матвейка еще спит. Так, все, кушайте. Я купил. Да, да, да. Алина! Блин, а! Ты еще по всему дому протяни, не хватит все равно. Протяну, если надо будет. Так, в общем, у нас вечер. Подожди, не включай. Сейчас Алина все пропылесосит, Дарина полы помоет опять. Да? Скажи, мы ребенки должны расти в чистоте. Ребенки должны расти в чистоте, а? Ребенок. Матвейка, давай встань на ноги. Короче, все. Не постирала тюль последнюю. Ну, некуда мне вешать. Некуда совсем. На дверь вот так. Ну, здрасте. Пусть так. Я завтра постираю. На люстру. Потому что я стирала сегодня белую. София, мало у тебя шишки на лбу? Сейчас еще где-нибудь вырастет. Не катайся пока, не катайся. Все, день у нас закончился. Всем пока. Всем пока. Всем пока-пока.